Внутри дубравы страшной среди мопопы лис живет один прекрасный лесной специалист. Я очень-очень ловок, я очень-очень смел. На свете нет ничего такого, чего б я не умел. Могу я, если надо, как ультразвук пищать, а также силой взгляда дрова перемещать. Я очень-очень ловок, я очень-очень смел. На свете нет ничего такого, чего б я не умел. Щиплю до последнего перышка и сварю. Не положено. Это почему же, а? Соседи не варят. Что? Откуда вы вообще тут взялись? Вас тут не было. Были. Я говорю, не было. Были. Не было. Были. Ну хорошо, сейчас мы это проверим. Дедушка господина Ау оставил ему огромное хозяйство. Чего там только не было. От таинственно-заклинательной книги до горшков и подушек. А чтобы ничего не пропало, он все переписал в амбарную книгу. Здесь все записано, кто был, а кто не был. Ой! Так, изба старая финская одна, окна дырчатые, окно дырчатое одно, печь русская есть, баня сауна, веник почти новый, поношенный. Есть. Так, пошли дальше. Внук кричательный, бестолковый, мокрый. Кто это? Это же я сам. Ну, почему мокрый? Действительно, почему? Знаю. Дождик был. Дерево зеленое, яблоня. А где? Где? Плохо дело. Вся зелень слезла. Еще бы, осень на дворе. Тут, ну и что? У меня должно быть зеленое дерево. Дерево есть, а вас нет. Караул! Нет зеленого дерева. Ты возьми и другое посади. О, молодец. Ну ты просто молодец. Я посажу. А вас в книгу запишу, чтобы вы были. С
Семена колокольчиковые, так. Семена ругательные. Да ну вас, не то. Вот. Поливать супом нельзя, поливать водой. Так что нельзя супом или водой? Интересно, супом или водой? Кто же супом поливает? А вот супом, супом, да, супом. И вырастет вечно зеленое супное дерево. Поливать супом. Поливать супом. А супа-то нет? Еще варить-то? Удочка. Удочка – рыба. А рыба – а рыбный суп. Во. Уже застеклили. Это что за лесопилка? Это же бобер. Он снизу глядит. Эй, ты, пилилка, вылезай-ка. Ну, вылез. Что ты тут делаешь? Что, не видишь? Ужу. Ишь ты. Ну-ка. Дереву рыбный суп требуется. Дереву рыбный суп. Дереву рыбный суп. 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 Дереву рыбный суп. Дереву рыбный суп. Суп. Дереву рыбный. Дереву рыбный суп. Не клюет. Пойду посмотрю. Теперь можешь тянуть. Мне показалось, что на твоем крючке рыба. Ой! Фу, все. Хватит с меня этой рыбалки. А? Ты чего булькаешь? Не могу. Я ж ему леща вяленого прицепил. В следующий раз я ему уху в кастрюльке повешу. И ну вот это да! Вот тундры лианы, флора, фауна. Ты поливаешь меня? Когда попало? Я этого не люблю. Ой,
Ага. Мне хочется есть. А что ты ешь? Курятину, телятину, язык, балык. Хо-хо! Из колбас охотничья, докторская, слесарская. Севрюга, шпроты, крабы, икра. Это не рыбы, а тебя это не касается. Еще рыба-меч, рыба-топор, рыба-штопор. Таких рыб нет. Тут еще слово скажешь, я тебе голову откручу. Меня интересуют рыбные блюда. Так, есть, хочу есть. Ох, беда. Ну что, вырастил? Вечно зеленое, вечно голодное. Да-да-да-да-да. Я его вырастил. Я его и спилю. А не боишься? Чё это? Боюсь. То есть, это меня все боятся. Сейчас мясо сюда. И больше никаких хитростей. Ворон! Слушай, там в лесу избушка есть. Знаешь, избушка. В ней живет девочка Римма. Римма называется. Лети к ней и позови ее. Скажи, что беда тут, беда. Еды! Отчаянный и суровый господин Ау, запугавший всю округу, сам был страшно напуган и чуть не заревел. Похоже, что это дерево скоро слопает самого хозяина. Ну где я возьму тебе столько еды? Ну что я, продуктовый магазин? Да? Что это? Аэрозоль против мух и тараканов. А против мясоедящих растений? Не знаю, но мясоедящая кошка нанюхалась и долго болела. Врача вызывали. Так. Ну, мало.
Вот так будет со всяким. Ну как, не умер? Не-а, дышит. Тебе и вечно зеленое. Где я? Дома, дома. А где это страшное? На помойке твое супное. Но ведь я все делал правильно. Поливал супом. Эх ты! Здесь должна быть запятая. Поливать супом нельзя. А поливать водой, и ты должен научиться. Я вот... Я должен идти на работу. Вековое упрямство и темнота были старинными друзьями семейства Ау. Ой, чтоб тебя, перестанешь ты наконец. Это же безобразие. Верно, вот это верно. Это безобразие. Мое самое главное в жизни – призвание. Никто мне не советовал, никто не помогал. Я всю округу эту один перепугал. Я очень-очень ловок, я очень-очень смел. На свете нет ничего такого, чего б я не умел. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла.